Алло, добрый Алло. день. Да, здравствуйте. Вот объявление нашел на Авито. Продаете картонку для радиатора. Уже нету. Все разобрали. А будут вообще, нет? Не знаю. Надо, попробуем как-то сделать еще. А заказать можно? Мне вот на KSIP нужно второго поколения. Да можно, в принципе. На любую можно. Ну, а как долго ждать? Ну, сейчас не знаю, пока с картоном тяжеловато. Понятно. Недельку, наверное. Сколько? Недельку? Да. Идет новая партия. Хорошо. А отправка есть у него? В Москву надо будет отправить. Да можно, не проблема. А вот я смотрю, она там скотчем замотана, а вот от радиатора вот там же тепло идет. Ничего не будет скотча-то? Нет. Можно с одной стороны сделать. А лучше как сделать? В принципе, она же от радиатора все равно на неком расстоянии станет. Поэтому навряд ли что сгорит. Ну, хотя я говорю, лучше всего тогда с одной стороны сделать. А, лучше с одной, да? Вероятности меньше будет, да. Отправить можете там с ДЭКом или Почтой России? Да, можно. Рублей 200, наверное, выйдет доставка. Ну, хорошо, а как заказать? Или позвонить вам через недельку? Лучше позвонить, да. Через недельку, да, примерно набрать? Да. Да, да, хорошо. Угу. Все хорошо, позвоню, спасибо. Угу. Пожалуйста. До свидания.